Для самого широкого круга читателей. В общем, кому угодно. Хармс – это человек такого гения, который может быть адресован к ребенку, взрослому, человеку образованному, человеку необразованному. А вот ваша книжка, вы писали про Хармс. Кто, с вашей точки зрения, будет и должен вообще ее читать? Очень старался, чтобы это не была книга для филологов. Потому что достаточно. Я в свое время монографии писал о Хармсе, о его поэзии. Не просто читается. Я старался, чтобы было прежде всего интересно читать. И в этом плане, будет интересно всем людям, которые просто хотят что-то узнать о необычном человеке. Хармс, как и любой, тоже он гений был. Вот, он нам интересен тем, что он видел то, что нам не видно. А как ему это удалось? А каким он был в быту? А кто его окружал? Как он общался с людьми? Что он любил, что не любил? Вот такие вещи. Ну и литература, само собой. Вот мы тоже очень, конечно, бояться вот это, и иногда... Канал культуры Белорусского радио «Шановный спачей» на вашей хвале. Литературная программа «Расхода. Шляхами святой Евфросинии». Выпуск до огульно-народного дня памяти святой Евфросинии Полоцкой. Такая тема сегодняшнего эфира. Только что какой его мнение о выгонании Валентины Подножицкой. И я думаю, вы уже зрозумели, что мы на курсе. Now, away from subsidies, to an email from someone called Lucid. И расскажем еще о книжке. Thank you.
s-au lucrat, de acum începe pasa păcire de mega. Și curioase, foarte curioase. Când vine, vine, când nu vine, nu vine. Și oamenilor le trebuie QSL. Și am zis, hai să, măi, trei lucrez, trei QSL-uri trimit. N-am ce face. Asta e problema. Iar ai noștri, ce să mai zici? Tot e privatizat acum. Nu mai e, nu se mai gândește la tine, se gândește la buzunarul lor. Y3 Alfa Whisky Hotel, Y3 Bravo Hotel X. Nu se poate așa de zis. Bun, eu chiar că Thank you.